Новогодние праздники прошли, а зимняя сказка для детей только началась. Сотрудники Государственного архива электронной и кинодокументации организовали благотворительные кинопоказы для ребят из социально незащищенных семей. Вместе с учениками Чебоксарской школы номер 49 рождественские фильмы посмотрела и наша съемочная группа. На протяжении 10 лет дети из малоимущих семей получают дополнительный новогодний подарок – просмотр интересных фильмов и общение с любимыми актерами и режиссерами. Вниманию зрителей мы предоставляем зимние сказки, рождественские сказки. В частности, вот закупили новый фильм «Страна хороших деточек», который с интересом смотрится с детьми и взрослыми. Нам очень приятно, что интерес к этой акции год за годом растет. Кроме зрелища, ребята получили сладкие подарки. Так детей порадовала администрация Ленинского района столицы. Польза, несомненно, большая. У нас по проектной технологии запланировано посещение один раз в четверть. Культурное посещение театра, кинотеатра, просмотр спектакля. Зимняя сказка для детей продлится до 31 января. Коллективные заявки принимаются по телефону 52 15 36. Ольга Алексеева, Регина Кубайкина, Николай Яковлев, Республика.